идет или на Янов. Ты что, ты рук не сломался? Удобно? Ну, если так стреляю, значит, удобно. Там никого нет. Прямо сейчас я хочу процитировать одного персонажа. Как прекрасна зима в Чернобыле. Российский автопром. Ты просто открыл дверь, зацепил бензобак, все, машина взорвалась. Безопасно, пошли. А, Леха, осторожно, я ранен. Держись, Толян, положим мутанта. Держись, Толян! Толян! Толян, Кантополян, как же так? Толик. Но запомни, больше я тебя бесплатно пропускать не буду. Мне работа важнее. Ну, это и так понятно. Спасибо, дружище. До скорого. Твою мать, дверь заклинила. Да сколько можно? Кого там уже черти принесли? А, Казус, подойди, разговор есть. Ребята, это не баг. Разработчик специально так сделал. Типа дверь заклинила. Сидорович, давно не виделись! Просто вопрос к чату. Вот кто только что зашел на стрим. Угадайте, где я? В раю? Вот где я прямо сейчас? Нет, я в мертвом городе. Хотя, казалось бы, мы в раю, да? А тут раз уже мертвый город. А тут опять в раю. Да. А норм играет. Достойно. Это было достойно. О, так, тихо, подобрал какое-то оружие. Хемуль, ты куда? Хемуль. Все, Хемуль не нашел Динку. Да, пистолетик это плохо. Я попробую ножиком сейчас его. Тук-тук. Чего? Чего, блин? Вы как? Как? Что происходит? А ну с дороги! А ну с дороги! Подтягиваемся! Забавно. Что у тебя с лицом? В кисель попал, когда еще новичком был. Хорошо, хоть слабый оказался. Да, бывает. Пожалуй, не стоило лезть за кулисы Затона. Ой, блядь, не знаю. Патронов нет! Нет!
Дальше 150 метров от игрока при демо-рекорде NPC не отображаются. Если бы они реально бежали, отображались бы. Но они реально пропали. Ёлы-палы! Как она так резко взорвалась-то? Я думал, что у меня еще есть шанс. Также ходит легенда, что амулеты несут удачу тем, кто носит их в рюкзаке. Ну вот, у меня два амулета получается. Так нет! Я даже не хочу оборачиваться, смотреть, что это залетело туда. Даже оборачиваться не хочу. Не смотреть назад, не смотреть назад. Не смотреть назад. А я все-таки обернусь. Лучше бы не смотрел. Так, а что за ключ-то мы нашли? Обычный дверной ключ, который можно использовать, чтобы открыть недоступную ранее дверь. А там вот была дверь закрыта. Давайте ее откроем, попробуем. Ключ, походу, ты молотком. Здорово! Что с твоими полигонами, Сидорович? Ну привет, ты бы еще консервных банок мне насобирал. Какие-какие банки? Консервные, говоришь? А почему ты здесь сидишь-то, а? Да грустно на душе, вот и сижу. Всякая зелень узнавать меня перестал и уважать. Как ты уже успел заметить, то теперь от моего прежнего подвала ничего не осталось. Уважаемый разработчик решил избавиться от такого культового персонажа, как я, Сидоровича. Но радует то, что он решил оставить секретный ключ, благодаря которому такие, как вы, сможете меня отыскать. Дед, держись! Ай, дед! Ты чё, дурак, дед? Я тебя спас вообще-то! Вот дед, а! Таблетки забыл выпить, походу. Эй, дед, карагандед. Видите, здесь все перевернуто, смотрите. Дом вверх дном. Очередная загадка зоны. Ну вот сейчас эта надпись прям очень уместна. Вот если раньше на эту надпись я обижался, думал, как-то разработчик проявляет неуважение, вот сейчас это прям очевидно, что в тему. Как в том меме. Значит, ничего и не надо. А спасибо нам будет вот тот вот тип говорить. Воу, там хабар. О, как вы думаете, где хабар? И такая аптечка падает сверху. Понимаю. Машинист такой. Не забудь, где мы припарковались. Дубль 2, убиваем троих одним выстрелом. Главное, чтобы они не запалили меня. Ну-ка. Задача была, кстати, сложная. Потому что они шли уже не так прям параллельно, но... Я справился. С моста прям по щучкой. Залетела щучка с моста. Что он выжил-то один? Я теперь понимаю, почему он выжил. Это терминатор, мать твою!
Терминатор в Сталкере. Смотрите, это Терминатор. Это Терминатор, прикиньте. Вы это видите? Это что, деньги или кирпичи? Что это такое? Я такого никогда не видел. Тебя, сталкер. Приди и соединись со мной.